На контроле у меня находится обращение жителей улицы Георгиевская. У нас с вами получилась замечательная площадка, публичное место, куда приезжают наши туристы, гости города. И действительно очень достойное место, которое мы можем показать, но права граждан, которые проживают вот в тех домах, которые окнами выходят на Георгиевскую, они в очень плачевном состоянии. Право их на благоприятные условия проживания, по сути дела, нарушены. Постоянный шум, постоянный свет от уличных фонарей, который бьет им в окна, музыка от кафе. Было у нас замечательное с вами видовое место, когда шел Мундиали, и там был установлен футбольный экран. Но вы представляете, сколько неудобств создало тем жителям, которые живут вот в этих домах. В СМИ была информация о том, что город обещает их расселить, но, к сожалению, ВОЗ не там, никаких мер на сегодняшний день не предпринято.